Я думаю, было бы интересно узнать, какие задачи перед собой ставят лаборатории и с чем сейчас проводятся работы, то есть с чем мы сталкиваемся. Ну, давайте так. Основная цель нашей лаборатории – это проведение испытаний двигателей. Поэтому основная цель – мы должны быть готовы в любой момент, как только поступит нам задача, провести необходимые испытания. Для этого мы должны в работоспособном состоянии содержать оборудование, да, заботиться о том, чтобы у нас постоянно, своевременно пополнялись расходные материалы, заботиться о том, чтобы оборудование было поверено, аттестовано, то есть все вот эти процедуры прошли, с тем, чтобы оборудование не простаивало. Мы должны обеспечить работоспособность, проверку работоспособности оборудования, кроме поверки. Да, мы должны понимать, что вот в данный момент данный прибор, он рабочий. Это, с одной стороны, простая задача, с другой стороны, и не очень простая, потому что оборудование достаточно точное, и тут есть свои тонкости. Есть много других задач. Это и обеспечение нормативно-технической документации. Ну, например, есть ГОСТы, которыми мы пользуемся. Они являются обязательными документами. Периодически нам необходимо их просматривать на предмет внесения изменений, там, каких-то поправок. Мы должны быть всегда пользоваться актуальными ГОСТами. Есть нормативные документы внутренние, которые сами мы разрабатываем. Например, методики испытаний. В зависимости от объекта контроля они могут меняться. Мы непрерывно в этом совершенствуемся. Работы ведутся в автоматизации, для большей автоматизации, да, для улучшения точности. То вот эти работы, они постоянно ведутся. Плюс задача моего подразделения – это оформление результатов. То есть это протоколирование, правильное их оформление, архивирование. То есть мы ведем архив. То есть вот все вот это, вся документация, весь документооборот, он должен быть налажен, он должен вестись. Плюс сотрудники должны повышать свою квалификацию. Да, то есть это неотъемлемая часть любой испытательной лаборатории. Кстати, существует ГОСТ, он недавно обновился, 2019 года, ГОСТ ISO 17025. Это общие требования к испытательным и калибровочным лабораториям. При проведении аккредитации лаборатории мы должны будем соответствовать всем его требованиям. Ну, даже в настоящее время сейчас я считаю, что мы в большей части соответствуем. Есть какие-то с нашей стороны некие допущения по ведению документа оборота, но она сделана вынужденная. Во-первых, не хватает штата, во-вторых, с тем, чтобы ускорить получение результата, там очень много бумажной работы. Но, в принципе, мы соответствуем уже сейчас, и эти работы постоянно ведутся, и при нашем переезде, в общем-то, вся та наработанная база, которая у нас сейчас уже сложилась и которая будет в течение времени, необходимого для строительства нового здания, наработана, все переедет вместе с нами.